Приехали сегодня в центр на машине. Еле проехали по туннелям, по развязкам, еле нашли место для паркинга. Но зато здесь вот такая вот красота, центр. Мы где, Тарас? Мы на Jellyfish. А сейчас мы на пингвинах и сейчас на першем. Ну, сегодня уже аквариум работает. Лес из домов. Куда ни глянь, небо не видно. Сегодня целый день с утра, с 9:30 мы уехали за покупками, потом на прогулку, аквариум, кино и все, теперь назад. До дома. До дома. Светится Бостон, красиво, конечно. Ощущение такое, как от Киева. Вот, много всего красивого, интересного, но очень людно.